21 февраля 1945 года. В течение 21 февраля на Земландском полуострове западнее Кёнигсберга наши войска отбивали атаки пехоты и танков противника, стремившегося пробиться из Кёнигсберга в направлении Пилау, и после упорных боев оставили несколько населенных пунктов. Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, с боем овладели городом Черск, важным узлом коммуникаций и сильным опорным пунктом обороны немцев в северо-западной части Польши, а также с боями заняли более 40 других населенных пунктов. За 21 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 198 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 80 самолетов противника.